Что делаешь? Да я хочу... Что ты хочешь? Прочитать книжку, где пианино. Про что ты будешь читать? Влад, про что читаешь? А? Про что читаешь? Я не про чего читаю. Я не читаю. Вообще не читаешь? Угу. Как то? Слышал, это была песенка. Песенка про что? Это была песенка? Да, была песенка. А ты про что думаешь эта песня? Я не знаю. Пап. Чё? Пап, покажи, как поются звуки «Дня рождения». Вот. Хорошо, давай, сейчас попробуем. Сейчас, подожди. И что это за песенка получилась? Про день рождения она была? Да. И что у тебя за песенка получилась? Ладёшь. Пап. А? Ну, попробуй, как день рождения песенка получается. В смысле, сыграть как день рождения? Да. Ну, давай, попробуем. Так, это же коровая песенка. Коровая? Подожди, да, коровая. Вот смотри. Сейчас, подожди, я попробую. Ты сидишь? Угу. Сиди, не двигайся, хорошо? Угу. Так, а я попробую, давай. И... Так. Как на наши имени... Что-то не то. Давай еще раз сначала. И... Как на наши имени... Что-то врет нота. Нота не те совсем. Ну, давай попробуем вот так вот. Как на наши и ми. О, а черный не работает клавиши вообще. Видел? Посмотри. Владюш, тебе кажется, что это смешной мультик? Тебе кажется этот мультик смешным? Папа, чё? Напомни, как называется? Что? Серия. Про что? Тик-ток? Про что мультик? Про что серия? Это Америка. Ну, это приложение было, тик-ток, где я увидел этот мультик и скачал. Тебе нравится, да, этот мультик? Ладно. Да. А куда он дальше прискакал? Он прискакал в дом!